Инна Якубовская живет в своем доме уже давно и не понаслышке знает о проблеме засоренности переулка в частном секторе. Однако сегодня бесконечным уборкам пришел конец. Заключив договор на вывоз твердых коммунальных отходов, Инна Иосифовна после подписания документа с мусороперерабатывающим заводом получила подарок контейнер, который раз и навсегда решил для ее семьи так называемую грязную проблему. До этого, пока вот не привезли мусорку, выставляли пакеты, и приезжала машина, забирали пакеты. Но вопрос в том, что до того, когда вот люди уходят на работу, вот, выставлялись пакеты в 6 часов, и вот с 6 до 9, пока мусорка не приедет, эти пакеты были растасканы собаками. И, конечно, по переулку приходилось нам это все убирать. С появлением нового контейнера для мусора проблема эта решилась для вас, конечно, правда? Конечно, конечно. Вот очень благодарна, конечно, большое спасибо. Пользу от использования контейнеров уже успели оценить жители частных застроек во всем городе. И это неудивительно. Ящик для мусора надежно защищен от посягательств местных барсиков и шариков, которые так и норовят исследовать содержимое пакетов с отходами. Некоторые брещане покупают контейнеры для мусора самостоятельно, другие используя услуги местного мусороперерабатывающего завода. Только за 6 месяцев этого года было заключено 750 договоров на вывоз отходов из частных домовладений, и эта тенденция набирает обороты. Если в прошлом году 76% частных домовладений у нас было охвачено договорами на вывоз мусора. На сегодняшний день этот процент составляет 96%. К концу года мы полностью все частные домовладения охватим 100% договорами. И для этого нам порядка 700 договоров еще осталось заключить. Акция Брестского мусороперерабатывающего завода будет продолжена. Поэтому жители частных домов, которые пока еще не имеют мусорный контейнер, есть шанс стать участником акции, а заодно и обладателем полезного приспособления для отходов. Ведь кроме эстетической функции, этот простой с виду ящик способен раз и навсегда решить проблему засоренности переулков в частном секторе.